Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 10 канале, в студии Кристина Осетина. Прогноз погоды представляет ООО «Завод Полистирол-Бетон». Производство объявляет грандиозное снижение цен. Только до конца сентября теплые, легкие, экологичные стеновые блоки по зимним ценам. Также для вас стеновые панели, мегаблоки, перегородки по сгребень, перемычки, плиты перекрытия и полистирол-бетонный раствор. Завод Полистирол-Бетон. Помогаем воплотить мечту в реальность. Подробности на сайте заводы-fispb.ru. Звоните 361-97-61. На территории Свердловской области ожидается дождливая слабоветренная погода. Средняя температура воздуха по области поднимется до плюс 13 градусов. Так, на севере области в Ивделе прохладнее всего, плюс 9 градусов, небольшой дождь. В Серове 10 градусов тепла, также небольшой дождь. В Нижнем Тагиле тоже дождливо, но чуть теплее. 12 градусов со знаком плюс. В Тавде плюс 13 и дождливо. Ближе к югу картина существенно не изменится. Так, в Ирбите до 11 выше нуля дождливо, ветер до 6 метров в секунду. В Красноуфимске теплее, плюс 15 градусов, вероятны небольшие дожди. Ну и в Каменск-Уральском также плюс 15 и дождливо. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют дождливую слабоветренную погоду. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В дневное время максимальная температура воздуха поднимется всего до 14 градусов со знаком плюс. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба. В ближайшее время в столице Урала погода кардинально не изменится. 10 сентября 12 градусов тепла и дождливо. 11 сентября картина та же, плюс 12 градусов и дождливо. И 12 сентября пасмурно и плюс 13. Погода изменчива, но за ее настроением мы следим. Оставайтесь с нами. Одежда и аксессуары для ведущей предоставлены сетью магазинов «Стресс». Строим осенью по зимним ценам. Для тех, кто только планирует стройку, завод «Полистирол-Бетон» объявляет грандиозное снижение цен на теплые, легкие, экологичные стеновые блоки. Подробности на сайте завод-fispb.ru.